Да есть тут. Вот. У нас пришел еще один человек. Ой. Пришел еще один. Сам пришел. Да. Да. Лохматый. Лохматый. Маленький, даже не знаю, кто это. Пришел, поел и такой деловой. Пошел обследовать территорию. Надо доходчик показать сразу. Угу. Ноги мои небритые нюхает. Глупотень. Так кричал. С ногами играет. Угу. Ну так вот. Счастье само приходит в дом, называется. Так, товарищи, вы видите? А Коба что-то и внимания не обращает. Кабася, ты еще колбасы хочешь? А мелочь решила, надо пойти поесть. А Коба, слушай, что там вообще? Фиолетово. Не обращаю внимания, да? Кабасенька, ты не видишь, что у нас вон существо новое пришло? Да, Кабась? Чего? Филька шипит, рычит. Слушай, Коби как-то прям это... Даже не подошел, не понюхал. Вот какой молодец. Правда, мы с Алинкой не определили, мальчик это или девочка. Филя рычит. Филя не хочет принимать нового. Ой, ты молодец какой. Филя, а кто безобразие тут устроил? Кто пошвырял все мочалки на пол? И шампунь, все. А еще рычит, да? Сам только безобразие творит всякое. Где ты тут, Господи? Филя. Спрятался за корзинку. Не хочет принимать. Он же маленький. Сам-то, Господи.